Всем привет! Сегодня покажу вам одну из моих тренировок. По плану у меня ноги и плечи, буду работать с этим. Я уже успела размяться, и первое упражнение – это разведение ног в тренажере. В этом упражнении эффективно задействованы бедренные и средние ягодичные мышцы. Делаю его по 3 подхода, по 15-20 раз с весом 40-45 кг. В конце нужно будет довести до статики, это минимум 5 секунд. Второе упражнение – это сгибание ног на тренажере лежа. Задействованы мышцы задней поверхности бедра, икроножная и мышцы с живота. Также выполняю по 3 подхода, по 15 раз, 15-20, варьируйте сами, с весом 15-20 кг. Вес вы тоже можете варьировать, так как это первое упражнение будет немножко тяжеловато выполнять, но со вторым-третьим подходом можете уже прибавлять веса. Спину мы не отрываем от тренажера, делаем правильно. Третье упражнение – становая тяга в смите. Здесь гриф и так весит 20 кг, я не стала добавлять еще больше веса. Одно из любимых и лучших упражнений для развития мышц задней поверхности бедра. Не рекомендовано, если есть травмы коленного сустава, лучше найти что-нибудь альтернативное и безболезненное. Также выполняю по 3-4 подхода 20 раз с весом 20 кг. Технику можете посмотреть правильно. Следующее упражнение – это приседание в смите. Приседание со штангой нужно выполнять с широкой постановкой ног. Садиться следует почти до касания ягодичными мышцами пола. Это упражнение приведет к очень быстрому росту не только бицепса бедра, но и ягодичной мышцы. Техника очень простая, но нужно быть аккуратным, чтобы не повредить также свое колено, свои коленные чашечки, потому что, к сожалению, они могут вылететь. Будьте аккуратны. Приседаем медленно, не торопясь. Также по 15-20 раз, 3 подхода по 20 кг. Вес можете варьировать сами. Обратите внимание на технику. И добиваю свои ноги и ягодичные приседанием с гантелей. Главное в этом упражнении задействовать свои ягодичные мышцы на статике. При подъеме максимально сжимать ягодицы, тогда эффект горения от упражнения не оставит вас равнодушными. Стоит выполнять также медленно. Вес гантели 17 кг. Выполняем 15-20 раз. В статике 5 секунд. Далее делаем сет на плечи. И первое упражнение – это махи, либо разведение гантелями стоя. Прорабатывается средний пучок дельт. Выполняем 3 подхода по 12-15 раз. Вес 3 кг. Второе упражнение – жим гантелями стоя. Это базовое упражнение для развития передней дельты. Опускайте гантели до линии шеи, так проработаются плечи и лопатки эффективнее. Также выполняется по 3 подхода по 15-20 раз. 3 кг веса. Следующее упражнение – это махи вперед. Прорабатывается передняя дельта, также задействованы и грудные мышцы. Повторяем упражнение 3 подхода по 15 раз. Вес также 3 кг. Жим Арнольда. Оно для меня показалось самым тяжелым. Это жим гантели вверх с разводом рук. Это упражнение направлено на прокачку дельтовидных мышц, покрывающих плечевой сустав. Жимы и отжимания хорошо нагружают передние дельты, и технику нужно делать аккуратно, чтобы не травмировать сухожилия мышц. И завершает этот сет упражнение на бицепс и на трицепс. Трицепс выполняю на тренажере. Не успел записать. Тоже 3 подхода по 15-20 раз. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight.
Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. И завершающее упражнение всей тренировки — это отжимание от пола. Делаю по 3 подхода по 12 раз. Если вам трудно, то можно отжиматься с колен. Собственно, на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было полезно для вас. Увидимся в следующем видео. Не забывайте подписываться, ставить лайк. И всем пока-пока.